Всем привет, с вами Кейн, и сегодня у нас в нашей серии Red Dead Redemption. Я, в общем, насобирал все, как сказать, отметки. Там их всего три было. Короче, я нашел три трупа, которые там, типа, расчленены и, в общем, жестоко убиты. Это серийный убийца. Потом я нашел, вернее, я собрал всю карту, и по карте, простите, я забыл, где она. Вот. Вот, по вот этой карте. Вот код, кстати. Который нам нужен будет для того, чтобы войти в этот, в убежище. И походу по вот этому знаку вопроса, это где-то... Здесь должно быть, в этой области. А, вот. Вот. Сейчас покажем. Лошадь. Собрав все трупы эти, я нашел. Вот. Так, стоп, подождите. Да ёлы-палы. А-а-а, прикольно. В общем, домик похож на вот этот. И здесь где-то... Вот, подвал надо вести. А, то есть он собрал всю... Там 6, 34, 32, вот. Он собрал всю эту, получается, карту, и в карте он сам, то есть, смотрит. По идее, мы сейчас должны найти этого серийного убийцу. Стоп, я не понял, а чё фонарь-то не светит? Фонарь сломался. Или это он так светит? Ладно, вот. Нашли. Ага, сигареты у меня полно. Бурбон возьмем. Да ёлы-палы, а. О. Да, вот этот. Ёпсель-мупсель. Was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice and fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. Опа-на. Waste of my time. По морде ему, давай.
Что-то я не понял. Неужели все так просто? В общем, вот так вот поймали серийного убийцу. Он находится здесь, возле Валентайна. Тихо. Я хочу попробовать посмотреть. Я думаю, что там есть еще что-то. Здесь ничего нету. Короче, такое логово серийного убийцы. В общем, я бы сказал, что это прикольно. Ну, в плане того, что в игре есть такой разнообразный геймплей. А, фонарь можно убрать. Мне интересно, какая за награда за него будет, за серийного убийцу. Кстати, меня еще тут разыскивают эти, как они там, охотники за головами. За меня назначена награда в 95 баксов. Поскольку я как бы член банды, гангстер, я не вижу смысла оплачивать эту награду, поскольку, ну... Что за бред, если за тобой не будет никто гоняться? Оу, фак, а если шериф не работает, что мне его сторожить, что ли? Блин, коня надо почистить. Снимем это говно. On, found that fella you were looking for. Which fella? I'm not giving you a cell until you introduce this boy. Now put him down there. Put him down. Put him down. Put him on the floor and let's take a look at him. Ты хочешь, чтобы я его что, бросил, что ли? Fella been... Well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar. That broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, you. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. You are a frightening fella. Well, I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer, don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Не, можно ему. You lunatic! What the hell is wrong with you? Get out of here! My reward? Your reward? Get the hell out of here! That's your goddamn reward! Come on, girl. Мне просто было интересно, что кто победит из них. Ну, шериф просто его пристрелил, в общем, не сильно прикольно. Я предлагаю поехать выполнить какое-нибудь задание. В смысле, сюжетное. У нас тут есть одно. Да, сейчас, кстати, коня почищу. Yeah.
А, и надо бы поймать какую-нибудь дичь, поесть. Это япономать коняка, а. А где еще одна? Я... редко тут, короче, ем, ну, в плане того, что просто делаю привал и... поесть, поэтому мой персонаж немножко там похудел, там это можно посмотреть... в этих параметрах там игрок и тому подобное. Приготовить. В общем, там, по-моему, 5% похудели. В общем, если персонаж худеет, у него уменьшается здоровье, но увеличивается выносливость. Вот так вот, а если толстеет, то у него увеличивается здоровье, но уменьшается выносливость. Сейчас съем мясо, которое у нас есть, и пойдем выполнять задание. Все отлично. Конь у нас, кстати, уже доверие, там, по-моему, третий уровень, короче, из четырех. Да-да-да, я вернулся. Еда плохо. Подождите. В лагере, правильно. Like waves on the bay of Biscay. I began to tumble and hey, Arthur! Roar. My face is red. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable.
oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. А, это мы, типа, разблокировали следующее, как бы, задание диалогом. Ну, что ж, попробуем угнать повозки. Да, кстати, я теперь могу использовать... Ага, сейчас не могу. Два пистолета одновременно. Но они, кстати, разные у меня. Ну, револьверы Шофлер Фледа и ковбойский. Ну, они разные чуть-чуть по ТТХ, конечно же. Но дело в том, что это мой... прокачанный револьвер, который изначально был у меня. А этот я купил за 86, по-моему, баксов. Вот, и можно взять сразу с двух рук стрелять. Так вот. В общем, это, наверное, самое прикольное, то, что здесь реализовано вот это вот. Да, карма, кстати, моя упала, поскольку я много тут чего кого грабил и угонял дирижансы. Кстати, я пробовал угонять разные дирижансы, и, то есть повозка или такая карета, то есть, ну, нормальная, то есть, ну, в общем, они все по 40 баксов стоят, что меня как бы не сильно обрадовало. Охотники за головами и бандит, который меня преследует. Капец какой-то. Началась какая-то жесть. Ех, прям в голову. Поехали, блин. Еще один. Фак. Это очень плохо. Потому что нужно выпить вот это вот. Что-то там и с конем моим очень плохо. Сука, его поезд переехал.
Да где этот пидорас, блядь? И почему не работает? Вот, вот, вот. Блять, говно какое-то началось. Сука, я потерял коня, представляете? Полный пиздец, его поездом переехало. Из этих уёбков. Сука, мой конь. Ёб твою мать. Просто пиздос. Они пристрелили моего коня. Ну это, блядь, пиздец. Ох. Вот уёбки. Ну коня-то зачем было, блядь, убивать? Сука, заебали ваши кони. Дерьмо, блять, какое-то. Короче. Я, в общем, не знаю, респаунится этот коняки, короче, там, в том месте, где его нашел. Или нет. Блин, конь с доверием уже там прокачанным. Блин, я теперь даже не знаю, что и делать, кто теперь. Фак, вот же дерьмо, блин, а. Короче, на меня напали какие-то ублюдки. А тут же еще подоспели охотники за головами, то есть дерьмо в дерьме, в общем, я бы сказал. В общем, хорошую прокачанную арабскую лошадь я потерял. И слоумо что-то, блин, не работало как надо. Так, заебали. Сейчас еще мой портрет срисуют. О, 5 баксов. Хорошо. А, мы кого-то пропустили, какого-то пидораса. Здесь. В общем, сейчас добегу до города, возьму лошадь в конюшни. Там у меня еще две есть. О, вот, награда 95 баксов. Hold her up a minute there. О, тихо-тихо-тихо. Что там такое? There's something up with this one. I can tell. You must be in the wrong town. Clear off. Don't mind me, I'm leaving. А, понятно. Nobody messes with the O'Driscolls. Блин.
Блин, я что-то не понял, где эти конюшни, мать ее. Фак, блин, мне так жалко коня, короче. То есть я уже доверие там прокачал. И вот такой пиздец. Надо пожрать что-нибудь. Masks mean one thing, so you take that off in my shop. Fine day, ain't it? Yep. Короче, они вот это типа чуть лучше. Как его? Это, блин, жопа. Ну, в общем, зато будет, как сказать, повод поискать обратно такую же себе арабскую эту лошадь. Дебил, блять, ну зачем ты под колеса? Я еще без маски был, да? А, не, в маске. Это радует. Блин, ну и шел вперед, потом начал резко назад. Ну это идиот, блядь. А, в общем, ладно, не важно. Эта коняка уже выдохлась. Это пиздец. По сравнению с моей арабской, это говно вообще просто. А, где мой нож? Чё? О! Тихо! Сука! Это пиздос! Да ёб вашу мать, вы чё? Блять, вот это говнище вообще. Я хотел его по-тихому прирезать, а что-то пошло не так, этот пидор успел выстрелить. Коняка. Коняка, сука, иди сюда. И почему я без ружья, блять? Ну что за хуйня вообще? Где этот тварь? Конь. Сука, конь, где ты? Поехали.
дерьмо. Ой, дерьмо. Блять, я опять ружье не взял. Сука, да что ж такое? Блять, что за тупой пони? Он где-то там застрял. Фу, это пиздос. Блин, моя арабская была гораздо умнее, чем этот дебил. Блин, надо ж попасть в такую жопу, сука. Ну как можно проедрить было, блять, такую лошадь-то, а? Где эта дура стоит там, а? О. Она скачет, наконец-таки. Давай. О. Идиотина. Да что... Ой, коняки. Чего столько по дороге можно? Давайте. Опять эта тварь где-то стала там. Ну где она там? Капец. Ох, короче, сейчас довезем эту повозку, и, наверное, я буду искать себе обратно коняку эту твою, ну, арабскую. Если она там респанется, конечно же. Ёпси. Так, ну, куда мы? Сюда? О, сюда. Эта тварь где-то там застряла, ну это ж надо ж такое. О, коняка, вот он. Подожди, где она? Ёп. Shit.
Тупой конь. Иди ко мне. Ох, ребята. Так, на этом пока, наверное, у меня все. Я поеду искать вот эту лошадь вот сюда, на озеро Лейкер. А здесь какая-то рыба водится? Прикольно. И бизон этот. Ладно. Короче, надеюсь, где-то она здесь будет. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.